Здравствуйте, папа. Здравствуйте, мои родные. Здравствуйте, дедушка. Здравствуй, Фириза. Здравствуй, внученька. Спасибо вам. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Как доехали? Хорошо, папа. Вы правы, папа. Фирюза должна купаться в теплом озере круглый год. Ты мать. В природе это тоже немаловажно. Надо верить. Поэтому я и решила сюда привезти Фирюзу. Пусть живет она здесь у вас. Как? Нас совсем привезла? Да. Врачи считают, что если даже не наступит полного выздоровления, то девочке лучше побыть поближе к природе. Так что, папа, насовсем. Ты тоже врач? А как ко всему этому относится Равшан? Влипли. Влипают мухи. А мы все-таки люди. Есть разница? Вот именно. Только те норовят в мед. А ладно. Мы... Сколько отсюда до ближайшего жилья? Километр, может быть, два. Во всяком случае, не больше 10. Пошли. Первые 10 километров мы уже прошли. Ну, может, я ошибся немного. Здравствуйте. Здравствуйте. Там дома есть кто-нибудь? Есть. Спасибо. Сулейман Парпиевич? Здравствуйте. Вот не ожидал вас дома застать. Равшан Саидович. Здравствуйте. Здравствуйте. Какими судьбами? Да вот неприятность. Там камень на дороге, никак не можем проехать. Требуется ваша помощь. Ну, если два таких богатыря не справились... Разве им помощник старик? Ну, какой же вы старик? Ну, проходите, проходите. Да нет, спасибо, мы очень спешим. Ну, как же так? Ты еще не выпил пиалку чая, а уже говоришь спасибо. Нехорошо. Проходите, прошу. Ну, ладно, проходите. Пошли. Хасан, идем домой. Принесите чай. Я думал, вы ко мне в гости, а вы, оказывается, по делу, да? По несчастному случаю. Подумаешь, несчастный случай, камень упал. Он же не на твою голову упал. Посидим, поговорим. Не можем, к сожалению, долго сидеть. Там сейчас судьба моя решается. Здрасте. Здрасте. Где? Я на дороге? В городе. А, судьба – это дело личное. Кто имеет право решать ее без тебя? Смотря что понимать под судьбой. Может быть, меня там сейчас с должности снимают. Ты еще молодой. Да и какая у тебя должность? Равшан Саидович возглавляет строительство керамической фабрики в городе. Знаю, знаю, что строится керамическая фабрика. Только зачем она нам? Как зачем? Но кто же будет на твоей фабрике работать? Как кто? Гончарное ремесло, исконный промысел в долине. А, да-да. Вы же здешний, как же вы не знаете? Знаю, но мужчины у нас всегда занимались делом, а женщины работали... По дому, ну, иногда лепили посуду. Для них, для женщин мы строим эту фабрику. Они не пойдут работать. Кто их отпустит из кишлаков? Ты об этом подумал? Вот о чем я говорю. Я же сказал вам, сейчас там судьба моя решается. Кто знает, когда и где она решается. А может быть, она решается именно здесь, сейчас,
твоя судьба, а? Остановись, негодник. Иди сюда. Иди, иди. Поздоровайся. Здрасте. Здравствуй. Здрасте. Здравствуй. Это ваш Запорожье, где камни на дороге? Наш. У вас зажигание барахлит и масло на пределе. Кто тебе разрешил? Успокойтесь, он в этих керосинках как мастер разбирается. Послушай, Оскар, возьмешь осла и вот этого дядю. Проводишь прямо через перевал в город. А то он тут сидит, а может у него там судьба решается, а? А я тут при чем? Ну, ты меня не позорь. Как говорят, бездельник даже богу обуза. А в нашей семье их нет, не было и не будет, понял? Понял. Ну вот. Вы не волнуйтесь, дедушка вас в обиду не даст. Вы ему понравились. Чем он может мне помочь? Он все может. Дедушка, герой Советского Союза и самый главный. Самый главный? Да, в нашем колхозе. Сам Парпиев. Неужели сам? Конечно. А вон он, ваш город. Здравствуйте. Извините. Здравствуйте, Равшан Саидович. Что это вы опаздываете? Ищут вас, понимаете, по всем участкам, а рабочие вас покрывают. Только что, говорят, был, но куда-то вышел. Чем же вы им так понравились? Странно, не замечал. А я заметил это. Откровенно говоря, мне понравилось, как у вас поставлено дело. Спасибо. А вот это не за что. Присаживайтесь. Благодарить меня не за что, потому что строительство керамической фабрики решено приостановить. Как? Совсем? Совсем. Чу, 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 чу. Подай плед.
А ты куда шел? Туда. А что, ты там живешь? Да, мы все там живем. Сяли? Давай, давай. Спокойно. Поставили. Вот и прибыли. Ну как дети? Зачем же вы на руках его столько тащили? У него же двигатель новый. В полном порядке. Двигатель? Зря тащили. Ты думаешь, твой двигатель сильнее моего Мамадали? А мы можем проверить. Проверь. Не подкачай Мамадали. Ну, давай, поехали. Давай. Давай! 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 Ну, прибавь обороты! Жми! Жми сильнее! Ну, еще! Еще! Дедушка, человек просто хитрый! Машина все равно сильнее его! Нет, ты сильнее! Ты зерно моего сердца! Отпускай! Глуши мотор! Хватит! Гость в доме! Отпускай! Ужинать пора! Пошли, пусть пошли! Зря ты нервничаешь. Все утрясется. Во всяком случае, без работы ты не останешься. Ни в какие утряски, усушки я не верю. И вообще, Сергей Сергеевич, не надо меня успокаивать. Ну, ладно, ладно, не горячись. Дома-то у тебя есть кто-нибудь? Нет. Жена с дочкой к тесте уехали. Так, значит, ужина не будет. Ну почему? Будет. Сейчас купим что-нибудь. Ну вот и хорошо. Тем более, что у нас к тебе есть одно предложение. Надо обсудить. Ну что ж. Извините, у меня здесь света нет. Лампочка перегорела. Ничего, ничего. Сейчас я на кухню включу. Дильбар? Кажется, заснула. Ну как ты тут без меня? Плохо. Тихо! Мама, дай! Мама, дай! Подойди сюда, сынок. Ну, подойди, подойди. Иди. Весело, да? А, не видишь? Дети спят. Равшан, ну что? Мне предлагают стать директором строящегося алюминиевого завода. Это хорошо? Не знаю. А ты доволен? Ну еще бы. И вот, лечу. Москва. Ничего не понимаю. Сегодня, что ли? Ну что тут не понять? Самолет через 2 часа. А вещи? Успеем.
Эй, Гульсара, ты слышишь меня? Слышу. Возьми ребенка. Сегодня в долине праздник. Знаю. Сегодня завод начнут строить, вот и праздник. Ну, все своих берут. Идем, а я чем хуже? Может, пойдешь, интересно будет. Интересно. Тебе интересно праздник? А мне, может, вот здесь интересно. Сколько повидал я стран за войну. На Рейхстаге свою подпись оставил. Сталина видел, Жукова видел, но такую упрямую женщину я не видел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, иди, иди. Ну, Сайрам. Я хочу пойти с тобой. А как же дети? Что скажет отец? Отца огорчить тебе жалко. А что, мне грустно одной, когда тебя нет? И я, может быть, даже плачу. Тебе не жалко? Почему одна, Сайрам? Полный дом детей. Да. Ну что? Где остальные? Отец. Она пойдет с нами. Не мог дома оставить. Попробуй ее оставить. А ваша где? А ну быстро, быстро. Сегодня хороша, как в день нашей свадьбы. Отец, выключи музыку. Смотрите. Сулейман Ака всех своих невесток на праздник забрал. Что ты болтаешь, не может этого быть. Да, всех невесток. А почему Гульсары с ними нет? Дома оставил. Абдурахим, беги в кишлак, наших невесток зови. А мама? Ну, мама, если не захочет, то не надо. Гульсары тоже нет с ними. Бескари. Включи. Дедушка! Деда! Что тебе? Это же наш гость! Да. Эй, дядя! Приятно видеть на празднике таких красавиц. Ты что, не знаешь наших женщин? Дочки? Невестки. А где жена? Разве она что, понимает в делах государства? Дома ей, говорит, интереснее, с детьми. Вот и хорошо. Дети тоже дело государственное. Вот взять хотя бы наш завод. Разве его поднять без твоих сыновей, а? Отец, мы же не в поле работаем. И не в саду. И не в огороде. А в кузнице, отец? Да замолчите. Не в поле. Кишлак без кузнеца – это что? Мельница без мышей. Не в поле. Дедушка, а меня пустишь на завод? Нет, не пущу. Ну, дедушка, пожалуйста. Я же сказал, не пущу. Что-то мне не нравится сегодня твое настроение. С чем-нибудь не согласен? Да пойми ты, столько лет мы сеяли на этой земле, а теперь завод. Легко сказать согласен.
А если я не согласен? Как тут быть? Не согласен, Сергей Сергеевич? Нет? Да. Так ведь завод это тоже дело государственное. Не мне же тебе объяснять. Я понимаю. А пока вырастут, завод уже построят? Это будет не скоро. Ты успеешь выучиться, стать чемпионом. Ты же хочешь быть гонщиком, правда? Правда. Идем в кузницу. Идите, я догоню. Ты многого достиг? Вы о чем, отец? Я тоже здесь начинал. И был получше кузнец, чем ты, сынок. Отец, но ведь вы тоже бросили и ушли. На фронт я ушел. Есть разница. Я думал, ты станешь кузнецом лучше меня. Вот о чем я мечтал. Ну? Что молчишь? Лучше. Думаю, отец. Думаешь? Решил, иди. А что на заводе делать будешь? Землю таскать, кирпичи подносить? Ну, кем ты там будешь? Я научусь. Ухожу, отец. Ну и уходи. Когда человек всем нужен, а ему никто, это уже не человек. Бегущего осла за хвост не остановишь. Иди. Иди, иди. Thank you.
Смотри, это ведь Хайдар! Эй! Хайдар! Баба Дали! Я тоже монтажник! На лэпе! Эй! Хайдар, дома как? Все хорошо! Асад письмо написал, сдал сессию! Его взяли в сборную! А как с Айрам, дети? Живы-здоровы! Тут, когда ты приедешь, Сайрам тебе записку написала. Вот она здесь у меня. Читай! Не буду, нельзя. Сказала, что сам прочтешь. А как отец? Снова выбрали председателем. На прощание так огрел меня. До сих пор чувствуется. Молодец! Иди бег. Иди в дом. Тут мужской разговор. Ах, иди бег, иди бег. Ты мне что обещал? А сам уходишь? А что вы, отец? Вы хотите, чтобы я опоздал? Да вы же сами знаете, что на заводе дисциплина не то, что в колхозе. На производстве дисциплина главное. Да, верно. В колхозе я на часы никогда не смотрю. Приходи, когда хочешь, лишь бы солнце раньше тебя не встало. А когда уходишь, чтобы раньше тебя солнце не село. Бежишь? Ну, беги, беги. Эх ты, Парпиев. Ну, что стоишь? Иди. Здравствуйте, товарищи. Я директор. Здравствуйте, Равшан Саидович. Здравствуйте. С приездом. Здравствуйте. Здравствуйте, Николай Петрович. Здравствуйте. 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 С приездом. Когда пуск? Вот ждали вас. Да с заводом тут все хорошо. А мы же уж ни при чем остаемся. В каком смысле? Ну, вот приехала на работу, иди ты, даже не дай покормить. Все будет в порядке. Анна Дмитриевна. Где можно найти Сахибова? Ну, вы же знаете, сегодня воскресенье, а он как всегда. Вот пятая стройка, одна и та же история. Не волнуйтесь, все уладится. Все будет хорошо, придется его привести. Так, товарищи, не волнуйтесь, все будет в порядке, все уладится. А жизнь где будет? Не в палатках, не в палатках. Вот говорила мама, приезжай назад домой в Запорожье. Да хватит, души. Аруси, хашта сона, муборат, инша, бинша, дин, муборат. Чашмаш, ташин, мислисти, тора, убора, кинша, бишо, дым, убора, аруси, аруси, хашта, сон. Здрасте. Здравствуйте. По какому праву вы заселили наш дом? Здравствуйте, Равшан Саидович. Ваш дом хотя бы по праву заместителя председателя горисполкома. И потом, как и у вас, уважаемый Равшан Саидович, у меня сегодня тоже выходной день. Прошу к столу, свежие рыбки, форель. Спасибо. Отойдемте. Возьми удочку. Я говорю о доме, который предназначался для приезжающих специалистов завода. Кем вы его заселили? Ко мне уже люди едут, у них семьи и дети, они вправе повернуться и уехать. А зачем удерживать работников, которые бегут при первых же трудностях? Но все было согласовано. С вами, Сахибов. Почему вы кричите? И почему вы своих друзей созываете со всей страны? Что это ваш? Личный завод? За эти 10 лет он действительно стал не личным, как вы говорите, но моим. И потом, в новой телефонной книге абонентов с вашей фамилией стало в 10 раз больше. Что получается? Вам для родственников можно, а мне для дела нельзя? У вас детдомовская логика. А если бы вы выросли в нормальной семье, вы бы поняли, что для нас свято. Можете жаловаться Зубову. У меня детдомовская логика. Клянчить и жаловаться не приучен. Хорошо. Во всем должен быть джентльменский уговор. Так сказать, рыцарский закон. Кстати, о законах. Рыбку ловить здесь запрещено.
Посмотрим, что ты с этой рыбкой своим заводом сделаешь. Эй! Ключи от машины оставь! Там в палатке лежат! На сумке! Газету сегодняшнюю читал? Со статьей академика Шарипова. Он, кажется, твой тесть. Почитай, почитай. Не волнуйтесь, я скоро вернусь. Поехали. Ты что, приехал, Сулейман? А ты не рад? Или в своем заповеднике совсем от друзей отбился? Я вот приехал тебя повидать. Хитришь? Что случилось, Сулейман? Я тебя, старого лиса, хорошо знаю. Ну, а если знаешь, скажи, то, что ты писал в газете, это правда? Раз написано в газете, то правда. Значит, все это может умереть. Именно. Может. Если мы, люди, будем нарушать законы. А законы нельзя нарушать. Ни в жизни, ни в природе. Ну, а как же завод? Завод. А что завод? Завод должен работать так, чтобы и в реке была рыба, и самолеты в небе летали, и джираны в степи бегали. Это меня и беспокоит. Вот ты меня назвал старым лисом. А сам кто? Я-то... твой старый друг. Завод забрал у меня земли, а я должен хлопок растить. Помоги мне. Дай от заповедника 1000 гектаров, пока я воду к целине подведу. 1000 гектаров тебе отдать? А почему не 10 000? Почему не 20? Возьми мою жизнь, потому что вся она в этих землях. Успокойся, я же тебе ее верну. Верну, слово даю. Вернешь. Это не казан для плова. Сегодня взял, завтра вернул. Это земля заповедная. И мы должны ее сохранить для будущих поколений. Я понимаю. А разве завод полезен твоему заповеднику? Ты сам об этом пишешь. Я вот как раз и пишу, что строя заводы, все мы должны. И я, и ты, Парпиев, и директор завода, каждый здравомыслящий человек, думать о природе. Сулейман! А что это, шлагбаум опущен? Парпиев? А что он здесь делает? Браконьеров ловит. Идемте к нему. Нет уж, увольте. Вы помните, на прошлом бюро райкома, как он меня обозвал? Я слышал. Мы как раз с его шофером окон загорали. Я сейчас. Здравствуйте, Сулейман Парпиевич. Ты мне что обещал? Не помню. Врешь. Ты мне обещал, что все здесь будет лучше. Вот что ты мне обещал, и я тебе поверил. Поверил. А это что такое? Это, если не ошибаюсь, статья моего тестя? Я не... Времена не те, Сулейман Парпиевич. Я знаю. Вот с тебя первого и спрошу. За все спрошу. Я вам сейчас все объясню. А зачем? Зачем? В статье все ясно. Я сам тебя сюда пустил. А ты вместо благодарности хочешь весь район отравить? Да не хочу, я не хочу. Так вот запомни, как я тебя сюда приласкал, так я тебя отсюда и выпровожу.
и свое слово сдержу. Так что хорошенько подумай. Сулейман Парпиевич, поднимите, пожалуйста, шлагбаум. Я очень спешу. А с какой стати? Это колхозная дорога. На колхозные деньги построена. А заводская вон там, вон. Сулейман Парпиевич, ну что мы с вами, как дети маленькие, разговариваем? Не нравится, как дети. Ну, тогда будем говорить, как взрослые. Слово даю. Долина останется чистой. Ты что так поздно? На, читай. Ужинать будешь? Нет. Ты представляешь, что за этим последует? А ты считаешь, что отец не прав? Твой отец предал меня. Не смей о нем так говорить. Потому что он твой отец? Хотя бы поэтому. Неужели труд всей его жизни не стоит твоего уважения? И хотя бы потому, что вот уже 10 лет он растит твою дочь. Я всегда был против этого. А теперь возражаю. Категорически. Начинаются поздравления. Меня нет дома. Ни для кого. С тобой обсудим все спокойно. Прежде чем писать в газету статью, вы могли бы посоветоваться со мной? Мог бы. Но я пишу в ней о том, что тебя волнует. Что волнует сегодня всех людей. Разве можно губить животный мир, природу? Или ты хочешь, чтобы твои внуки увидели лошадь только на картинке? Вы вправе все это писать от своего имени. Но зачем постоянные ссылки на меня? Наши беседы с тобой меня натолкнули на эти мысли. То, что ты болеешь за природу, будучи директором такого завода, показалось мне в наивысшей степени обнадеживающим. Так как же я мог присвоить эти мысли? Да поймите вы, что беседуя об экологии с вами за семейным столом, я не могу, не имею права становиться врагом своего завода. А что, у тебя будут неприятности в связи с этой статьей? Да разве дело в этом? Будут, не будут? Наверное, будут. Ты приехал забрать Фирюзу? Папа, извини меня. Я никуда не уеду. Равшан. Равшан. Равшан, останови машину.
Равшан, я тебя очень люблю. Алло, алло, девушка, это я, Мамадали. Вы меня знаете? Нет, не знаю. Это ничего, еще узнаете. А где Равшан Саидович? Директор. Да, да, директор. Дома, отдыхает. Интересно. Девушка, а хотите стихи? Хочу. Скользя по утреннему снегу, друг милый, предадимся бегу. Какой снег? У нас урюк цветет. Оригинально. А у нас мороз. Слушайте, не засоряйте эфир, отбой. Подождите. Девушка, передайте директору. Стыковка ЛЭП произведена. Как? Уже? Ура! 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 Ты меня извини, что редко приезжаю. Много работы. Я не сержусь, папа. Ты сейчас уже в 10 классе. Надо поговорить, что ты собираешься делать дальше. Ну что ж, давай поговорим. Я хотела бы поступить в архитектурный. Ты не против? Дедушка говорит, что мне, может, будет трудно там. А по-моему, я справлюсь. Ну, дед сгущает краски. Даю тебе слово, это совершенно не так. Я верю тебе, папа. Я и не заметил, когда ты стала взрослой. Ты неисправим, папа. В прошлый раз ты говорил мне то же самое. Ты стал у меня совсем стареньким. Я очень прошу тебя, побереги себя для меня и мамы. Ладно? Я постараюсь. Ну что, братцы, пускаем? Все готово? Щитовая. Включайте. Дедушка, что с тобой?
Ничего. Тебе плохо? Сейчас пройдет. Я же вижу, тебе плохо. Уходи, не оставайся дома. Нет. Скорей. Мне уже лучше. Девочка моя. Я сейчас. Я за доктором. Не волнуйся. Никто не пострадал? Нет. Докладывайте. Вызвали кран и аварийную бригаду. Сколько времени потребуется? 2 часа. Ладно, работайте. Поехали. Докладывайте. Щитовая энергию Нурека не принимает. Обрыв где-то в горах. Если через 4 часа не будет энергии, все ванны закозлятся. Их придется только демонтировать. Короче, весь цех заново. Что еще? А еще при толчке упала ошиновка. Очевидно, строительный брак. При сварке. Так, все? Все, Равшан Саидович. Отойдем на минутку. Я отвел тебя, чтобы ты не грохнулся в обморок. Значит, обрыв где-то в горах. 4 часа. Это не так мало. Вот что, директор. Иди в кабинет, возьми себя в руки и руководи устранением аварии. Но завод обесточен. Иди. Вызову вертолет. Надеюсь, это ты мне можешь доверить. Александр Борисович! Обрыв видите? Да, вижу. Сообщите на землю наши координаты. С
Сообщить-то сообщим. Только место какое-то путанное. Сам черт не дойдет. Сесть можем? Можем. С земли будем знак подавать. Вызывайте сюда второй вертолет с бригадой аварийщиков. Не задеть бы провода! Ну что вы, Сергей Сергеевич? Вот и сели. Нурек, щитовая алюминиевая энергию принимает. Щитовая алюминиевая энергию принимает. Здравствуй, Равшан Саидович. Здравствуйте, Сулейман Парпиевич. Проходите. Пожалуйста, садитесь. Тебе тяжело. Я знаю. Не только ты потерял. Все мы потеряли. Да. Ну, а как вы? Как дома, жена, дети? Что спрашиваешь? Всех моих детей на завод забрал? Сам знаешь. Ну, жена здорова, только с внуком, с Оскаром. Не знаю, что делать. А что случилось? Да вот опять тот же проклятый мотоцикл. Поехал на соревнования, ногу поломал. Еще куда-то поехал. Ребра поломал. И сейчас лежит в больнице. Где, в какой? В Москве. И домой не хочет. Я через пару дней буду в Москве и переговорю с ним. А как это он не хочет возвращаться? Наш завод направлял его на учебу, он обязан отработать здесь. А все равно не захочет. Захочет, заставим. Но, может быть, он тебя послушает? Вы не волнуйтесь, все будет в порядке. Спасибо, Равшан Саидович. Да, кстати, сегодня по телевизору будут спортивные новости. Посмотри. А я не могу. Прямой у машины кубинского гонщика соскочила цепь и заблокировала колесо мотоцикла. Еще 12 гонщиков оказались в завале. Как жаль, что среди них оказался лидер предыдущих этапов советский гонщик Оскар Парфиев. К сожалению, травма руки, полученная на трассе, не позволит Оскару Парпиеву продолжить борьбу за призовое место. К счастью, все закончилось хорошо. Раскрутил. Я еще не умер для спорта. Надеюсь, вам это понятно. И не спортсмен, самый простой рабочий. Да, понятно. Всякое бывает. Сколько у вас уже переломов? Это никого не должно волновать, кроме комиссии.
Она решает, допускать меня к соревнованиям или нет. Но вы закончили советский вуз. И как молодой специалист обязаны отработать. Тем более на учебу поступали со льготами, так как были направлены нашим заводом. Я в ваших льготах не нуждался. Зато теперь мы нуждаемся в ваших обязанностях. Так что будем ждать. Долго будете ждать? Ничего, мы народ терпеливый, подождем. Я думаю, вас переубедят. Только в том единственном случае, если мне предъявят соответствующую статью закона. Выздоравливайте, Оскар. Кто это, мама? Очень знакомое лицо. Да это же Оскар, внук Сулеймана Парпеевича. Как они с папой договорятся? Может, и вернется. А что это тебя так волнует? Нет, ничего. Ну, хорошо, пошли. Здравствуйте, Гульсарапа. Внука проведать приехали? Внука. И Сулейман Парпиевич здесь? Он дома. На внука обижен. Обижен. А вы? А у нас дочка в институт поступает. Волнуемся за нее. Да. Понятно. Идет. Можете поздравить, я поступила. Умница. Поздравляю. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня не узнаете? Нет. Меня зовут Фирюза. Вспомнили? Целый контейнер. Так и должно быть. Парпиев. Эй, друг, поосторожней, там же добра на 15 тысяч. Опа. Ну, вот они, мои 15 тысяч. Мотоциклы новые, крутые мотоциклы.
Идем. Что, я виноват, что ли? Нет, ты мне еще скажи, школа виновата. Эх ты! Давай с тобой здесь чай попьем. Хорошо, что насовсем вернулся. Здесь дом, работа. А там спорт. Решай сам, сынок. Будешь голубем для двух крыш, быстро суп сварят. Думали, приедешь, на тебе модный костюм, веселый парень, портфель-дипломат. А ты... Что, не нравлюсь? Нравишься. А ты даже не рад, что домой приехал. Написал бы мне, я бы денег прислал. Чтобы ты мог родным подарки купить. Невеста что скажет? Какая еще невеста? Какая невеста? Внучка Подшакула. Делором. Красавицей стала. Ну что, гожусь женихи? Темные очки носишь. Царапину прячешь. У меня на голове не сосчитать шрамов. Так что же мне, по-твоему, противогаз теперь надевать? Давайте вашу руку. Вот так. Здравствуйте, Делароум. Здравствуйте, Оскар, с приездом. Спасибо, я слышал, вас просватали за меня. Не огорчайтесь. Выходите за того, кого полюбите. Значит, я вам не нравлюсь. Ну что вы, нравитесь, и даже очень. Это я вам не нравлюсь. Ну, может, потом понравитесь. Все возможно. Но этого мало. Вы так думаете? Выходить замуж нужно по любви. А если родители будут против? Делором, позвольте откровенно. Ну, конечно. Возможно, все было бы по-другому, если бы я не был уже влюблен. Я не обидел вас. Ну что вы, нет. Я тоже люблю другого. Спасибо вам. Все понимают, что алюминиевый завод – это не кондитерская фабрика. Строительство такого завода без учета всех необходимых защитных средств было бы непростительно для нас. Сидящие здесь не раз бывали на заводе, я не хочу хвастать, но считаю, что это одно из самых лучших, чистых, безотходных предприятий. У нас на территории цветут лилии рядом с трубами, растут платаны. Это уже о чем-то говорит? Но товарищ Парпиев ставит вопрос гораздо шире. Как вы считаете? Ну да, действительно, завод неблагоприятно действует на шелкопряд, на абрикосы, но вместе с тем многие претензии, я считаю, к нашему заводу не обоснованы. Вот, например, по поводу снижения урожайности винограда и гранат. Проверка показала, что в соседнем колхозе не всегда вовремя поливали и опрыскивали сады, а всю вину свалили на завод. Удобная позиция. Сулейман Парпиевич, вы справедливо призываете к сохранению природных богатств. А сами обратились в обком партии о том, чтобы распахать земли заповедника, забывая, однако, об уникальности данных земель. Как же это понять? Когда это было? Товарищи, заповедные земли – это наше богатство, и они должны остаться заповедными. Оскар, тебе у нас не интересно? Нет. А мы разве на ты? Извините. Но почему? Вам же не интересно то, что интересно мне.
Вы, я вижу, плохо приживаетесь. Кто вам нужнее, приживальщик или специалист? Вы считаете себя специалистом? Конечно. Если вы сомневаетесь, мы с вами можем сесть на мотоцикл. Я не об этом. Но хотите, можем направить в автотранспортный цех. А вы направьте меня на самый слабый участок, где бездна хлопот и никакого толку. Зачем? Ну, для того, чтобы я не смог проявить себя с хорошей стороны. И когда я вас совсем допеку, я думаю, вы меня сами отпустите. Ну, хорошо, но имейте в виду, я тоже крепкий орех. Если не верите, вот спросите у Фархада. А я и так знаю, что эти орехи колются на голове шофера. Не поеду. Не выйдет, не поеду. Что он себе позволяет, мальчишка? Не выйдет, не поеду. Вот видите, а вы хотите, чтобы я шоферами командовал? Подождите. Парпиев! Вы что, действительно так хотите вернуться в свой мотоспорт? Мотоспорт для меня закрыт. Лимит переломов исчерпан. Медкомиссия не допускает. Так в чем же дело? Не понимаю. Я влюбился. Ну, это не серьезно. Работать надо. Вы хотите, чтоб я вас направил на самый трудный участок? Хорошо, будет вам трудный участок. Недоработки есть, конечно. Но надо этот дом сегодня сдать. Угу. А потом, как водится, все будет доведено до кондиции. Сегодня у нас субботник. Неплохо было бы именно сегодня подписать акт о сдаче. Мы могли бы дать сообщение в газету, что работники завода получили именно сегодня два многоквартирных дома. Было бы хорошо, а? Все это очень хорошо. Но акт о сдаче я не подпишу. Послушайте, молодой человек. Людям жилья не хватает, а вы не годится. А вы пожалуйтесь на меня директору. Я бы смог это сделать еще с самого начала, как вы в комиссии. Сколько вы мне таких приемок устроили? Я не читал. Вот видите, я просто жалею вас. Вы еще так молоды. А вы не меня жалеете, а пожалеете людей, которые будут жить в этих квартирах. Мы дом этот без вас дадим. Можете не сомневаться. Молод еще. Хорошо. А ты мог побыстрее бы. Ну, на сегодня тогда все. Завтра я, как всегда, здесь, после работы. Здравствуйте. 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 Отличные машины. Да, машины умницы. Завтра брата приведи. Угу. Это те ваши? Кто ездит, тому и принадлежат. Что это вы всю комиссию до истерики довели, а? Вот, например, в спорте есть понятие психогигиены. Представьте, на трассе попадается какой-то истерик. Так он сразу 40 человек загубит. Поймите, ну не может быть так, чтобы все были вы правы, а вы один прав. В какое положение вы ставите остальных? Какое? Дурацкое. А что, они умные? Не судите так строго, Оскар. Эти люди завод строили. Да знаю я. Поднимали город. Тот же Сахибов немало сделал. Да ладно. Почему не женишься? Здрасте. Здрасте. А невеста моя уехала в Душанбе. В каком смысле? В прямом, вышла замуж за другого и уехала. Почему за другого? Любит, потому что. А, ну да. А завод-то у нас, Стать, мужской. Ну, знаешь ли, первым делом самолеты. Вот они уехали. Послушай,
Я хотел уже тебя совсем отпустить. А теперь не отпущу. Как хорошо, что именно вы приехали. Здравствуйте. Здравствуйте, проходите. Здравствуйте. Здравствуйте, Дильвар. Лежите, лежите. Ну, как вы себя чувствуете, Сайрам? Спасибо. Только вот... Какие у вас роды? 10-е. 10-е? О, вы молодец. Мы приехали за вами. Поднимайтесь, поедем в больницу. Все будет хорошо. Вставайте, я вам помогу. Поднимайтесь, поднимайтесь. Ну, ну, вот так вот. Я не могу. Горячую воду. Спасибо вам, Ельба. Спасибо. Поздравляю вас. Девочка. А? Девочка. Наконец-то. Первая. Дочка. Здравствуйте. Я приехала на практику. Здравствуйте. Фархад, ты помнишь? Как мы здесь влипли, Равшан Саидович? Конечно. Влипают мухи и вообще насекомые. Сколько отсюда до ближайшего жилья? Километров 2? Во всяком случае, не больше 10-12. Это лучше, чем то из железки. Ну, шучу, шучу. Да, я все собирался спросить у тебя. Кем был твой отец? Солдатом. А до войны? Учителем, в кишлаке детишек учил. Я помню только, как в нашем дворе росла огромная чинара, как у вас, еще посаженная прадедом. Да, наш чинар тоже. Прадед посадил. Я был маленьким и все время ветки считал. И никак не мог сосчитать. А дед мне говорит, пока жив наш род, веток все больше и больше. С каждым годом. А листьев как звезд на небе. Разве их сосчитаешь? Не сосчитаешь. Вот этот дом строили... Левую половину дед начинал, отец продолжал.
я закончил. А правую уже сыновья поднимали. А кто в нем сейчас живет? Я и Гульсум. Ты всех у меня забрал. А все-таки по праздникам собираются. Чинар тянет их. Тянет, тянет. Меня тоже тянет. Корни нашего народа крепкие. Глубоко в землю ушли. А мы все, как ветви, к солнцу тянемся. Кажется, что в разные стороны, а на самом деле-то дерево одно. Большое, крепкое. Да. Что же мы с тобой тут расфилософствовались? Нас дети ждут. Пойдем, пойдем. Здравствуйте. 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 А где остальные? Мои красавицы. Здравствуйте. Здрасте. Что это? Едет зерно моего сердца.